Несмотря на весь этот шум, гам и хаос, птицы находят без проблем своих партнеров и гнезда, и все это сопровождается демонстрацией радости. Родители меняются ролями. Тот, который вернулся, занимается детьми, а другой, который голодал в течение нескольких часов, отправляется на море покормиться, а также принести еды для своих птенцов. Повезло тем, у кого гнезда находятся внизу, а другим приходится подниматься наверх, в облака, где находятся их гнезда. Спуск может занимать час, но они должны спускаться, они должны кормить младенцев. Когда они достигают берега моря, они уставшие, путь изнуряющий, и дальше их подстерегает опасность. Морской леопард. Один леопард в течение часа может поймать 6 пингвинов, и за весь сезон он убивает сотни. Этот раненый пингвин чудом выскочил из пасти леопарда. Теперь также он должен остерегаться поморников. Несмотря на раны и опасности, он борется для того, чтобы добраться до своего гнезда.